Так, продолжаем тестировать мой прицел и заодно повыеживаемся. Отрабатываем взлет с авианосца. Газ. Полетели. Но, как всегда, именно на взлете подул ветерочек. Вот его так слегка там колбасит по ветерочку. До этого вообще ветра никакого не было. Ну, вот примерно так самолетик летает на свежем воздухе. Поддергивает его, конечно. Кренит, болтает. Но лететь можно. Вот стараюсь держать его в середине прицела. Я думаю, что все, система отработана. Надо покупать каску или доставать ее. Установить нормальный прицел, который не гнется. Все. Я думал, что я не смогу одновременно смотреть на самолет и смотреть в прицел. Нет, оказывается, могу. Одно другому не мешает совершенно. Ну, садимся. Блям.